Увидев китов на расстоянии вытянутой руки, в эти дни можно у берегов Мексики. Каждую весну эти морские животные приплывают в Эль-Вискаина из северных широт, чтобы найти себе пару и обзавестись потомством. Как раз сейчас наступил сезон рождения малышей. В этот период киты ведут себя дружелюбно и подплывают к людям максимально близко. Если повезет, их можно даже погладить. Это и стало причиной паломничества сотен туристов. Ежегодно в этих заповедных водах появляется на свет почти 1000 детенышей. Ну а всего в Тихом океане, по подсчетам ученых, обитает примерно 22 тысячи серых китов.